Сегодня день всех влюбленных. Кто-то считает этот праздник своим, кто-то нет. В Китае сегодня отмечают праздник фонарей, в Болгарии день винодела, а в России, как и в большинстве стран мира, день всех влюбленных. Наша съемочная группа спросила горожан, считают ли они 14 февраля особенной датой и как они проведут этот день. В принципе, я как бы его таким особым праздником для себя не считаю. Это чисто традиция. Традиция дарить подарки. Причем подарки такие. Внимательные подарки. Ну как что? Цветы, улыбки, радость для всех, для женщин. Католический праздник, который мы не справляем. Спасибо. Я справляю, иду на свадьбу к любимой сестренке. Желаю счастья, любви, благополучия, семейного счастья, естественно. Сегодня я приглашу девушку в ресторан, потом свожу на концерт в Дом культуры у нас в ЧГУ. Потом, вот как получится, вот. Любовь, она такая разная. Любовь к семье, к возлюбленному, к братьям нашим меньшим. Любить можно шоколадные конфеты или место, в котором ты родился. Именно о любви к родине говорили сегодня на площади Республики. Активные чебоксарцы провели акцию «Город любит себя». Мы вас поздравляем с Днем Святого Валентина, дарим вам вот эти прекрасные валентинки, чтобы они вам приносили счастье, радость, любовь и теплоту. Спасибо. Чаще улыбайтесь, вы очень красивые, милые. Спасибо. С Днем Святого Валентина вас! Присоединился к атмосфере праздника и глава города. Этот праздник, который еще раз позволит, во-первых, признаться любви своим близким, признаться любви окружающим. Ну и вот такая акция, я благодарен нашим активным горожанам, они признаются любви просто горожанам. Это здорово. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.